Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет самый обычный наш ролик. Я покажу вам то, что вы любите больше всего. Это зимнее море и зимние закаты. Они самые красивые в Крыму, поверьте, потому что солнце именно в Судаке садится зимой в море, друзья. И выглядит это очень все красиво. Просто посмотрим на море, послушаем шум волн. Ну и все, в принципе. Если ролик понравится, прошу, поддержите большим пальцем вверх. Напишите свой комментарий и прошу, подпишитесь уже наконец-то на канал, друзья. Очень это мотивирует снимать для вас новые видеоролики. Ну а мы сейчас находимся на центральном пляже города Судак, на Буне. Сейчас буду показывать вам солнышко. Посмотрите, какое сегодня красивое море. Друзья, это очень-очень красиво. Зимой солнце садится не вот здесь, а вон там в горах где-то. И такой красоты летом вы не увидите. Посмотрите, какие сегодня волны. В общем, красота неимоверная. Такое море увидеть. Воу, смотри, какая волна идет. Ну как вам, друзья, нравится такая картиночка? Посмотрите, как это все красиво вживую. Надеюсь, камера вам передаст все это. Смотри, какой сейчас будет. Воу. Кстати, волны поднимаются. Возможно, завтра будет шторм хороший. Зимний. Блин, солнце вышло. Вообще такая красота. Просто посмотрим на это природное явление, на закат. Какой он все же красивый. Супер. Так, друзья, большая волна идет, давайте отойдем лучше. В принципе, норм. К нам не дошла. Но было красиво очень. Посмотрите, вон гора Алчак. Тоже красиво так солнцем подсвечивается. Там вдалеке тучи, темно. И вот здесь на набережной солнце. Красота. Особенно вот с этой стороны море такое золотое стало. Так, друзья, надвигаются какие-то большие волны. Давайте я лучше буду отходить. Вон, после той волны отходим. Блин, ну, друзья, согласитесь, красота же. Вон еще одна волна идет. Все, друзья, смотрите. Ох. Друзья, очень-очень красиво. Этот ролик 100% заслужил лайка, потому что такая красота в Крыму. И волны бывают зимой часто, поэтому приезжайте зимой, полюбуйтесь на такое красивое море, когда оно штормит. Друзья, это очень-очень красиво. Но мы не хотим промокнуть ножками, поэтому будем отходить сегодня. Сюда встанем. Красота, конечно. Все, мы, друзья, мы дошли до конца Буна. Посмотрите, как здесь красиво. Там люди, кстати, тоже зашли на Бун с детьми еще. Но там волны у них поменьше в той стороне. Так. Друзья, идет огромная волна. Давайте уходить отсюда. Я боюсь, что не успею убежать от нее. Ha ha ha.
Надеюсь, я ее снял. Смотри, мы прям на краю стоим. Нас может смыть вот этими волнами. Отходим отсюда теперь точно. Что волны стали большими прям. Ну что, друзья, вот такой небольшой видеоролик для вас из Судака с зимним морем, с зимним закатом. Он очень красивый, мне очень нравится такое море. Прошу вас, поддерживайте максимально видеоролики. Будем с вами прощаться. С вами был Александр Михаленко. Подписывайтесь на канал. Встретимся уже завтра в новом видеоролике. Всем пока! Ладно, еще одну волну подождем, и будет точно пока. Ой! Следующую, вот эту. И бежим. Все, друзья, всем пока.